Оранжевый цвет в интерьере. Самый сочный, яркий, теплый и энергичный цвет. Это, конечно, оранжевый. Ассоциируется с летом, солнцем, запахом спелых фруктов. Оранжевый цвет любят волевые люди, стремящиеся быть в центре внимания, а также дети. Оранжевый не слишком популярен в интерьере. Возможно, потому что этот цвет слишком активный, он требует особого осторожного подхода. Большое количество оранжевого в помещении утомляет и вызывает раздражение у людей с повышенной возбудимостью и нервозностью. Не рекомендуется оформлять спальни в ярких оттенках, но любители оранжевого могут поэкспериментировать, используя для спальни не кислотно-оранжевые, а мягкие персиковые тона или, наоборот, темно-оранжевые, например, для мебели или портьер. Вся информация принадлежит сайту designfoto.ru. Копирование запрещено. Ссылка в описании. Если возникает ощущение, что в интерьере, выполненном в спокойных цветах, чего-то не хватает, то удачным решением будет добавление оранжевой детали. Даже если вы не являетесь любителем оранжевого цвета, не стоит исключать его, выбирая цвет для яркого пятна. В гостиной это могут быть оранжевые шторы или диванные подушки, на кухне – абажур, тканевые салфетки либо скатерть, в спальне – коврик. Добавление оранжевого делает интерьер живее, веселее, современнее, помогает изгнать депрессивный настрой, стимулирует творческую активность. Оранжевый цвет в интерьере хорошо соседствует со спокойными теплыми цветами, светло-желтым, песочным, бежевым. Беспроигрышным будет сочетание оранжевого с серым или коричневым всех оттенков. Оранжевый плохо уживается с оттенками холодной гаммы, большинство таких сочетаний будут смотреться броско и экстравагантно. При желании можно попробовать скомпоновать оранжевый с голубым, изумрудным, синим, фиолетовым, но не стоит использовать много оттенков. В таких сочетаниях можно оформить офис или гостиную. Вся информация принадлежит сайту designfoto.ru. Копирование запрещено. Ссылка в описании. Очень стильно и динамично будут смотреться ярко-оранжевые предметы в белом или, напротив, черном интерьере. Присмотритесь к мебели янтарного или лососевого цветов. Мебель таких оранжевых оттенков сделает привлекательным и интересным даже самый простой интерьер. Хорошо применять оранжевый для кухни или детской комнаты. Он имеет удивительное свойство придавать ощущение энергии и уюта одновременно. Решение оформлять стены в оранжевом цвете является рискованным и должно быть хорошо продумано. Оранжевый притягивает взгляд, и все остальное в комнате на фоне оранжевого может выглядеть бледным и неприметным. Лучше предоставить оранжевому роль акцента. Вся информация принадлежит сайту designfoto.ru. Копирование запрещено. Ссылка в описании. Thank you.
Thank you.